В Приднестровье завершается отопительный сезон. Тепло в домах отключат 26 апреля, это следующий вторник. Тогда же в больницах, детсадах и школах. Информация от Минэкономразвития. Конец апреля – традиционный срок для завершения отопительного сезона. Исключение – прошлые два года. Тогда тепло в домах и больницах отключили в начале мая. Это было связано с ковид-волнами. Сейчас у нас коронаспад, а ближе к Пасхе потеплеет и за окном. Обычно отопление отключают, когда среднесуточная температура несколько дней держится не ниже плюс 8 градусов.